Всем здорово, ребят, с вами Арти, и хотелось бы сегодня с вами поговорить о следующем боевом пропуске. Называться он будет «Наступление темноты». Итак, мы его сейчас рассмотрим, я вам его покажу на примере ПТС, который сейчас открыт, и вы, в принципе, все сами сможете посмотреть его. Но выглядит он, в принципе, бомбезно. Мне очень понравились скины, которые там будут присутствовать, да и, в принципе, наград там достаточно много. То есть, смотрите, за весь боевой пропуск вы получаете гемов 200 штук. Скинов, то есть полноценных скинов с переделанными анимациями, войспаками и так далее, будет 4 штуки на весь пропуск. Да, казалось бы, не так много, но далее сундуков, то есть сундуков победителя, героя, загадки, сундуков чемпионов и сундуков с аватарками милашки, там будет целых 33 штуки на весь пропуск. И помимо всего прочего, там будут также пьедестал, будет рамка, будут аватарки и куча-куча усилителей этого самого пропуска. То есть, если вы не обладаете большой коллекцией скинов, и не имеете, грубо говоря, кучу-кучу открытых сундуков уже, вот вам будут доступны 33 сундука, в которых могут выпасть еще скины. То есть все это великолепие, весь этот боевой пропуск будет стоить всего 600 гемов. Ну, то есть самая обычная его версия. Другую мы рассматривать не будем, ибо фармится данный боевой пропуск очень быстро. Ну, на примере самого первого, то есть я его выфармил за 12 дней до его окончания полностью весь. При этом немного уделяя времени игре. Вот. Поэтому покупать его в любом случае стоит. Стоит он недорого. То есть 600 гемасов — это, ну, небольшая стоимость для такого боевого пропуска. Заиметь кучу скинов, кучу сундуков, еще 200 гемов отбить. То есть мы, в принципе, можем посмотреть. Я даже ради интереса сейчас гляну, сколько гемы стоит. Не гляну, сколько гемы стоит. Вот. Но в любом случае 600 гемов, я думаю, ну, не очень дорого стоит. Тем более сейчас мы получаем скидки. Вот, ну то есть у нас приравняли гемы все-таки к старым ценам, к СНГ ценам. Есть у нас такой вот, есть у нас такой бонус. Живя в СНГ, мы можем покупать гемы дешевле, чем в других, так сказать, странах. Вот, поэтому данный боевой пропуск очень классный. На экране вы видите сейчас, ну, такой, так сказать, мини-обзор, показ скинов и всего остального. Вот, поэтому в ответ на это видео, вопрос в этом видео, стоит ли покупать боевой пропуск? Да, действительно стоит. А если вам такой формат понравился и вы хотите, чтобы я снова вернулся к разбору патчей, к разбору всяких ивентов и так далее, ставь свой лайк, подписывайся на мой канал, включай колокольчик, чтобы видосики не пропускать. Вот, и дай мне хоть какой-то фидбэк, напиши хоть какой-то комментарий, чтобы я понимал, нужно тебе это или нет.